Интерактивная доска стала большим помощником воспитательницы Альбины Гумеровой. Свои авторские программы она разрабатывает сама на протяжении 5 лет. В работе использует различные эффекты и анимацию. Как говорит воспитательница, такие занятия помогают детям быстрее освоить татарский язык. По новой программе у нас мы выходим к тому, чтобы ребенок общался между собой, со сверстниками, со взрослыми. Но диалог уж у нас хорошо как бы развит уже у детей. Разговариваем на татарском языке. 12 лучших педагогов Нижнекамского, Тукаевского, Елабужского и Заинского районов борются за право выйти в финал конкурса «Воспитатель года». Жесткая конкуренция, но работа воспитателя тоже нелегкая. «Святые люди, воспитатели детских садов», сказал словами известного ведущего Максима Галкина участник шоу «Лучше всех» на Первом канале Миша Талерчик. Технологию знать нужно и какой-то важный фагаос. Главное стать на 2 недели, разрабатывать проект, чтобы ответить, в самом деле, там на максимум жизни нет. В сегодняшнем туре воспитатели будут делиться опытом работы. Это непосредственно образовательная деятельность с детьми и творческая презентация. По итогам всех проведенных зональных туров у нас в финал выходит 30 участников. Это только зональный конкурс. Впереди республиканские и всероссийские этапы. Алина Кадряна, Алина Пантелеева, Ренат Харасов. Новости. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».